Привет, ребята! Здорово, девчонки! Здорово, Дневали! Как всегда, давно не был. Сегодня такое коротенькое видео. Как говорится, расскажу о будущих планах. Что у нас там намечается. Вот какие видео. Значит, и как бы маленькое раскрытие посылочки. Давайте вскроем посылку сразу. Такая посылочка небольшая. Здесь один товарчик, который нужен будет для будущего видео. В принципе, начал снимать видео про наушники, сравнение наушников. И, в принципе, штучка-то зашла. Мне понравилось. Вот такие вот наушники Rock пришли. Циркониевые наушники с циркониевыми наконечниками. Вот. Цена 500 рублей. В принципе, и сейчас я жду, где-то, может, через недельку придут еще одни наушнички, и эти двое наушников сравню. То есть людям понравилось, что сравниваю наушники, в принципе, пишут даже в ВКонтакте, там отзывы идут, то, что там, которые я посоветовал, наушники купили, людям понравились. Вот. Идут такие же, ну, другой только фирмы наушники, такую же цену, 500 рублей. Вот такие вот наушнички сравним. И, ребят, тут все, у меня последнее видео про наушники, про какие-то гаджеты. Ножи не забыл, ребят, просто в Китае не приобретал, в принципе, за последнее время, ну, практически ничего с последнего видео. Но ножи новые появились, я их покупал уже здесь. Здесь, в России, то есть у себя в магазинах брал. Вот, покажу, расскажу. Вот. Потом, наверное, сделаю по тем ножам, которые были в последних двух видео. Я так помню, да? Последние два видео с ножами. Сделаю свое какое-то по каждому ножу имхо. Сделаю свое имхо. Что понравилось, что не понравилось, расскажу. Вот. Ну, вот такие вот планчики на будущее. Снимать видео буду, потому что снимаю не для денег. У меня 200 подписчиков с небольшим, так что деньги мне никто не платит. Снимаю, грубо говоря, для вас, кто на меня подписан, и для себя. Вот. Так что подписывайтесь на канал, смотрите. Вот. Заходите в группу ВКонтакте. Не группу, у меня моя личная страница ВКонтакте, в принципе. Заходите, пишите, если кого-то что-то интересует. В принципе, общаюсь там, есть у меня еще такой планчик. А опять же, про наушники. Ну, залез я как-то на ютубе, начал интересоваться одной темой. Наушнички с крючками, так называемые. Это наушники, которые не внутриканальные, а наушники, которые надевают, ну, круглые наушнички, которые надеваются на ухо с крючками. Я посмотрел, кстати, видео очень мало. Вот. Заказал себе там, ну, подсказал мне тему парень с Украины, Саша. Он подсказал мне эту тему, в принципе. Я думаю, действительно, посмотрел, а видео-то нету практически про эти наушники. Да, есть там какие-то определенные там рассказы про что-то. Вот заказал себе трое таких наушников. В принципе, чем удобны наушники? Допустим, у некоторых людей болят от внутриканальных наушников уши. Вот. То есть, ну, внутри мне это неприятное ощущение. Вот. Допустим, у меня наушники а-ля AirPods, я их носить вообще не могу, потому что у меня давит на хрящи и это, внутри каналки еще, как говорится, куда ни шло. А раньше у меня были как-то, наверное, лет 10 назад такие наушники были. Причем неплохие, немецкие. Вот. Sennheiser. Тогда я первый раз услышал про фирму Sennheiser, но думал, что какой-то Китай, нет. Были Sennheiser. И очень они мне нравились. И ходил я с ними долго, очень полгода. И вот таких наушников я три пары заказал. Вот. Посмотрим. Попробуем, что такое сейчас эти наушники из Китая. Вот. Цена у них, честно говоря, до 200 рублей у всех. Они не очень дорогие, там таких наушников дорогих нет. Вот. Посмотрим их. Вот. Что еще? Скоро вот сейчас снег растает, но правда погода у нас такая веселая. Днем 0, ночью минус 10, минус 12. Вот. Будем ходить все равно. Будем ходить на природу. Будем снимать уже на природе, на своем любимом месте. Так что, ребят, кто подписан на меня с ножами, из-за ножей, ребят, ножи будут, ножи
Ножей будет еще очень много, потому что пополнять свою коллекцию я не заканчивать не собираюсь. Так что ждите видео, смотрите. Всем удачи, всем счастливо и храни вас Господь.